Рен-Юганскнефтегаз пополнил ряды своих работников молодыми специалистами. Теперь уже официально молодежь, принятую на работу в 2020 году, в торжественной обстановке посвятили в нефтянике. Почему эта традиция так важна для предприятия, знает моя коллега Гузель Тамимдарова. Вспомнить школьные уроки рисования и с помощью кисти и красок изобразить картину, точнее небольшой ее фрагмент, который станет частью одного огромного пазла под названием «Нефть». Такова одна из задач команды образующего тренинга. Казалось бы, слишком просто для дипломированного сотрудника, но молодые специалисты 2020 года приема видят в этом задании только плюсы. Здесь как бы все завязано на том, чтобы сплочить коллектив, так скажем. Мы все, ты просто как, не знаю, пазл собираешь, ты часть большого пазла. Кроме команды образования, ребятам предстояло еще пройти и задание по целеполаганию, где они делились своими планами на будущее, связанными непременно с нефтью и ее добычей. Не обошлось тут и без танцев. Создать единый образ и достойно представить его – эту возможность предоставили всем вновь принятым в ряды Рен-Юганскнефтегаз молодым специалистам. Это абсолютно важно, безусловно важно. Причем важно это сделать в первые месяцы. Ребята должны пройти все адаптационные процедуры, должны понять, что здесь на предприятии их ценят, что их готовы развивать, что руководство общества видит в них потенциал, что видит в них будущих руководителей. Кстати, среди сотни новичков Рен-Юганскнефтегаз треть – это девушки. Как признаются нефтяники, отбор во время собеседований прошли только самые сильные кадры. Все эти молодые люди – выпускники профильных и самых котируемых вузов страны. А многие из них – ребята из РН-классов. Они готовились стать нефтяниками больше 7 лет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Каждая 8-я тонна добытой нефти России – это добыча нефтяных нефтяников. Поэтому вы стали частью этой большой, слаженной и дружной команды. Этим можно и нужно гордиться. И самая важная часть посвящения в нефтянике. Традиции, которая длится в Рен-Юганскнефтегаз десятилетиями – клятва. Нефть, что вы не добыли, добудем. И, конечно же, посвящение нефтью, которую привезли со скважин действующих месторождений общества. И теперь уже точно можно сказать, в семью нефтяников официально прибыла молодежь. И только самая лучшая. Гузель Тамимдарова, Владислав Береговой, 7 канал.